О, нормально. И предлагаю это сразу отпраздновать. Еще не открыли, уже праздновать собираемся? Нет, давайте лучше сразу отпразднуем, а то вдруг так ничего и не откроем. А что это там сумка? А я тут взял мясо на всякий случай, вина свойского, потому что полевой грибок Петровича жрать не собирался. Круто! Пойдемте разжигать монгол. Не монгол, а мангал. И не Петрович, а Петруха. И не Степановна, а Степашка. Фу, умники, блин. Петрович, ну что там у тебя, никак разжечь не можешь. Да ты бы машинного масла саданул бы, и все сразу загорелось. Не надо, а то мясо будет отравлено. Опять отравлено? У вас что, паранойя, что ли? Матвей, слушай, мы когда откроем студию звукозаписи, ты сначала меня запиши. Я хочу спеть песню, смотри. Малинки, малинки, крутые вечеринки, брюнетки и блондинки, где круто и смешно. Малинки, малинки, крутые вечеринки. Как там дальше? Зачем я к ним пришел? Так, ну, ладно, надо мясо. Что сделать. Тут у вас? Разжигаю. Уведите пьяную Степановну. Вы что, никак разжечь не можете? Да блин. Да горишь ты, дрянь поганая!